многие из вас пометают эту ночь. И каждый день вы видите эту сгоревшую казарму, которая стоит здесь, как символ той ночи и как символ того, что не все еще у нас произошло. Да, мы стали многократно сильнее и будем еще сильнее. Но кое-что еще надо сделать. Пройти еще нужно большой путь. Сегодня мы здесь, в Мариуполе, с премьер-министром Украины, работаем для того, чтобы этот город почувствовал. Он под защитой Национальной гвардии. Он под защитой Национальной полиции. Он имеет динамику в экономике. Он будет ощущать заботу. Это очень важно. И важно, и невозможно недооценить ту работу, которую вы здесь делаете. Поэтому вместе с командующим Национальной гвардии генералом Антамалером мы наметили целый ряд мер по развитию подразделений, дислоцированных в Донецкой области и непосредственно близости от Мариуполя. Вчера мы работали в подразделении АЗОВ, сегодня мы у вас. Я очень рассчитываю, что мы сможем и дальше развивать Национальную гвардию. Сможем развивать контрактную компоненту, так, чтобы каждый из вас отдавал всего себя службе, думал только о службе, а Родина думала о вас, заботилась о вас. Сегодня мы вручаем государственные награды бойцам подразделения АЗОВ Национальной гвардии, бойцам, которые себя проявили геройским образом. Национальная гвардия и добровольческие подразделения, которые влились в состав Национальной гвардии, с первых дней войны держали оборону, показывали пример стойкости и решительности. Именно здесь, на этой части, впервые, когда террористы и сепаратисты атаковали Украину, солдаты и офицеры приняли решение применить оружие. Это было совершенно верное решение. Десятки арестованных, раненых и погибших со стороны террористов, и, к сожалению, погибли наши товарищи. Здесь работали, выполняли тяжелую военную работу подразделения Национальной гвардии, батальон АЗОВ, батальон Донбасс, батальон Днепр, регулярные части Национальной гвардии. Всем им я хочу сказать великое спасибо. И еще мы помним тех, кто сложил голову за Родину, за нас, за всех. К сожалению, это десятки людей. По системе МВД Национальная гвардия плюс полиция плюс добровольческие батальоны 224 человека. Дякую. Слава Украине! Героям слава! Анатолий Петрович. Мужчина, вообще классно. Я его получил. Декабре.
позволяет выполнять от дистанции задач. Это работать может по бронированным целям, легкобронированным, включая автомобили, рулевые. Ну, если на этой работаете, то на обычный вариант сложно. Нет? Автоматизм немножко нет? Нет, тут самое важное, другая техника стреляет, еще, да? Это как, как скрипка, она должна быть постоянно.